видеотрансляцию. Те, кто смотрит, вы молодцы. Те, кто не смотрит, срочно ищите приложение. Называется «Радио Шансон» и в App Store, и в Google Play. Срочно скачивайте, потому что можно бесплатное. И на сайте посмотреть. Можно на сайте прямо ходить. Быстренько сейчас подойдите к компьютеру, нажмите кнопочку «Смотреть видеотрансляцию», и, соответственно, вы можете принять участие в нашем конкурсе. Конкурс очень простой. В руках у Михаила Захаровича находится бумажка, на которой написано слово. Вы, если прочитали это слово, видите нас, значит, дозванивайтесь первым и получаете призы от «Радио Шансон». Осталось совсем немножечко дать слово Михаилу Захаровичу, чтобы он поднял бумажку. Чтобы его было видно, да, потому что... Все готовы. Да, вы пока что-то говорите. Я пока буду поднимать? Да. Я поднимаю. А показывает меня, как красиво. Шуфутинский поднял, а мое лицо показывает. Так, давай ты сейчас замолчишь, а Михаил Захарович что-нибудь скажет нам. О, вот, вот. Видно. Вот. Ура! Все, можно звонить. Друзья, 223-5550, код города Москвы 495. Пожалуйста, позвоните, сообщите, какое слово вы увидели. Кто не успел, опять не на меня смотрит, да. Друзья, мы поговорим о самом главном событии этой осени. Правильно? Ты телефонный звонок будешь принимать? Ага. Наверняка люди уже звонят. А самое главное событие осени, оно, естественно, будет. Итак, дорогие друзья, 223-5550, код Москвы 495. Если вы прочли слово, которое было в руках у Михаила Захаровича Шуфутинского, написано на карточке, то позвоните, получите призы. Прямо сейчас мы призываем вас это сделать. Итак, Леонид Успенский принимает телефонный звонок. Есть человек? Давай, выводим эфир. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Олег меня зовут. Олег. У меня тоже. Из какого вы города, Олег? Из Воронежа. Из Воронежа. Где смотрите трансляцию? На сайте, в телефоне? На сайте, в компьютере. Ну, давайте, рассказывайте, что за слово-то такое? Алло. Какое слово держал? Было на бумажке. Да. И Это абсолютно верно! Правильно. Поздравляем вас. Вы получаете, во-первых, сувениры от радио «Шансон». Так. Во-вторых, у вас есть возможность задать какой-нибудь вопрос Михаилу Шуфутинскому, да. Так как мы в прямом эфире. Можете спросить у него все, что угодно. Например, когда он приедет в Воронеж. Я спрошу, как вы поживаете, как у вас дела? Отличный вопрос. У меня дела отлично. Поживаю я хорошо, спасибо большое. И в Воронеже вас бываю. Спасибо, я буду стараться изо всех сил. Спасибо, Олег, вы только трубочку не кладите, мы с вами договоримся, как вы заберете свои сувениры, куда вам их отправить, а все-таки давайте... Так, поговорим о Сочи. Не очень много у нас времени, давайте все-таки поговорим о премьере, ради чего мы давай, 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 давай. Собрались. Никак мы на Сочи не выйдем. Ну да ладно, это обязательно случится в самое ближайшее время. Пока премьера песни. Михаил Захарович, что за песня, как называется, кто автор и какая история с песней связана? Значит, песня называется... Провинциальный джаз-бенд изначально, по авторской задумке. Так. Я ее включил в свой альбом недавний, и она там называется джаз, потому что все-таки вот эта тема важнее в общем из песни. Песня интересна, во-первых, тем, что ее написал Федор Соловьев из Самары, который написал всем вам известную, одну из моих любимых песен «Дядя Паша». Да. Вот, теперь вот эта песня. Почему она меня так, как бы... Ну, зацепило. Может быть, потому что в ней есть слово «мент»? И поэтому тоже. Не смущает вас это слово? Ну, это уже анахронизм. Сегодня уже у нас нет милиции, сегодня полиции. Да. То есть это понт? Тогда надо было заменить. Написать «полисмен». Да. Невозможно было, ритм не совпадал бы. А «мент» хорошо звучит. «Мент» хорошо звучит. Во-первых, у нас шикарный сериал шел несколько лет «Мент». Во-вторых, он наряду с дантистом в этой песне и с художником, «мент» звучит очень гармонично. Нужен же кто-то управлять дантистовым художником. Конечно. Песня о музыкантах, песня о маленьком оркестрике, который играет в клубе, в одном из клубов Дворцов культуры. Как все это там происходит, почему, как люди танцуют, как они любят это. И вот эти люди, мент, художник и дантист, они приходят в воскресенье и играют джаз. Это все, что у них в жизни есть главного, помимо их работы, семьи. Это все, чем они увлечены всю жизнь. И никогда это не продадут. Это такая бытовая, роскошная совершенно тема. Ну и слушаем. Джаз.